Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы заметить. Вы сейчас занимаетесь с психологом. Правильно вы это делаете, неправильно вы это делаете, это не столь важно в данный момент. Важно, что вы занимаетесь работаете. И результат у вас, как я понял, есть. Если можно считать таковым значит, результат, связанный с началом проживания ваших чувств. Мне кажется, что результат этот очень хороший, и для начала он вполне себе неплохой. Теперь вам нужно понять, что вот сразу каких-то серьезных результатов ожидать вам не стоит. Вы только начали свою работу. Вы только начали свой процесс. Вы только начали, условно говоря, восхождение. Простите меня за такие, может быть, высокопарные немного слова. Да, вы только начали свое восхождение, значит, к пониманию, значит, самой себя. И быстро такой процесс не происходит. При всем желании, быстро у вас поменять что-то в себе, просто не получится. Поэтому я бы вам здесь рекомендовал бы. Я бы вам рекомендовал бы в вашей ситуации подумать, хотите ли вы работать с тем экспертом, с тем специалистом, которого вы выбрали. Подходит ли он вам? Вот то, что он вам говорит, что вам нужно себя найти, что вам нужно принимать себя, какая вы есть, да? Это, в принципе, правильно. Он вам правильно говорит. Но другое дело, хотите ли вы сами что-то для себя сделать? Другое дело, хотите ли вы сами начать менять свою жизнь? Вот что является очень важным моментом. Потому что если нет, если вы не хотите, или если вы рассчитываете на, скажем какой-то быстрый результат, то я боюсь, что у вас ничего не получится в этой ситуации.
Поэтому, собственно, рекомендую вам вот с этим подкастом для себя определиться. Вот. И когда и если вы это сделаете, когда и если вы определитесь, то тогда уже можно будет говорить о том, значит, подходит ли вам, ну, какие-то, ну, какие-то вещи, да, какие-то модели, подходит ли вам, например, терапия, которой вы занимаетесь сейчас, или нет. То есть все это покажет время. Я надеюсь только на то, что вы дадите возможность себе реализоваться. Вы дадите именно себе возможность, значит, как-то проявить себя. А по поводу того, что у вас происходит, мне бы хотелось заметить следующее. Вы описываете очень такую, ну, явную ситуацию неприятия себя. Вы описываете нелюбовь к себе, и это ну, почти всегда детско-родительские отношения, почти всегда это проблемы в детско-родительских отношениях, и почти всегда это требует значит, некоего психоаналитического именно подхода. И психоанализ — это не то, к сожалению, что происходит, знаете, как-то быстро. Психоанализ — это не то, к сожалению, что происходит как-то ну, достаточно стандартно. Психоанализ — это работа, и работа это достаточно серьезная, вот. Так что решать вам, я имею в виду решать вам относительно того, как вы будете вот это, значит, ну, позиционировать, да, как вы будете к этому относиться. То, что ситуация однозначно такова, что вам нужно себя принимать, учиться себя принимать. Вам нужно это делать. То, что у вас нет необходимой любви к себе, вам не привили любовь к себе, вам вас не научили любить себя, и связано это во многом именно с тем, что, ну, у ваших родителей были проблемы, и, возможно, эти проблемы у ваших родителей до сих пор есть, понимаете? Вот. Со всеми этими моментами нужно разбираться на самом деле. Со всеми этими моментами на самом деле нужно разбираться.
именно для того, чтобы помочь вам, именно для того, чтобы позволить вам наконец-то разобраться в себе и уже двигаться вот в том направлении, как вам, именно вам хочется. Вот. Это тоже очень важный момент, тоже очень важный очень элемент. И, соответственно, если вы готовы с этим работать, да, то это одно, это хорошо, вы молодец. Если нет, то это другое, и тогда вам придется переживать снова и снова эти свои чувства. Чувства и эмоции. Вот. Я надеюсь только, что вы решение примете верное. Я надеюсь только, что вы сделаете правильный и будете, значит, по сути дела, к этому выбору стремиться, вот как решите, да, вот так и будет. Я надеюсь, что вы вот это обязательно претворите в жизнь. Вот. У меня все. Надеюсь, что помог вам. Не старайтесь сделать так, чтобы вам обязательно, да, значит, помогли эксперты, чтобы вам помогли сразу все эксперты. Вот. Так не бывает, к сожалению. То есть, если вы начали работать с одним человеком, то, как минимум, постараться завершить с ним работу, по крайней мере, как он эту работу понимает, да? А вот, постарайтесь закончить ее, эту работу, и, значит, собственно говоря, если вы это сделаете, то, я думаю, у вас появится, реальный шанс, значит, у вас появится реальный шанс свою ситуацию изменить ее в гораздо лучшую сторону. Вот. То есть вам здесь только нужно вот стараться, вам здесь нужно только прилагать какие-то усилия и работая над собой, по сути дела, формировать новые грани себя. Вот. Понимаете, я здесь, в принципе, все, наверное, не буду вам рассказывать о том, значит, почему себя нужно принимать. Вот. Я надеюсь, что вам это хорошо даст ваш психолог, к которому вы обратились. Надеюсь, что он вам хорошо поможет. А я хотел бы только вот, чтобы вы помнили о том, что вы сами по себе прекрасны, и что вы достойный человек,
что вы не чудовище. Вот. И исходя из этого, пожалуйста, научитесь принимать себя. И помните, что вот то, что вы начали переживать свои чувства, это очень хорошо, это очень здорово. Это говорит о том, что постепенно вы будете снимать невроз, который у вас есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!